Окей, у меня в руках два видеорегистратора от бренда Prestigio. Это модель Roadrunner 185 и Roadrunner 380. Сначала я расскажу о том, что общего между этими двумя видеорегистраторами, а далее поговорим о том, чем они отличаются, об их уникальных фишках и позиционировании. Еще обратил внимание, что регистраторы поставляются в очень стильных упаковках, в которых используются только экоматериалы. Максимальное разрешение съемки видео в двух этих регистраторах Full HD — это 1920 на 1080 точек, разрешение сенсора камеры 2 мегапикселя, видео пишется в формате MOV и электронной стабилизации нет. В двух камерах угол обзора 140 градусов, он охватывает до 5 полос дорожного движения. Запись ведется на microSD карты, вот здесь снизу слот для microSD, карточки поддерживаются объемом до 32 гигабайт 10 класса или выше. В комплекте каждого регистратора найдете длинный кабель питания, его длина 3,6 метра, он питается от прикуривателя, и благодаря такой большой длине, мне кажется, его можно прокинуть в салоне автомобиля таким образом, чтобы его, в общем-то, не было видно, то есть скрыть. Обе эти камеры поддерживают ночной режим съемки видео. Это нам говорит о том, что гарантированно будет записана спорная ситуация, даже если она произойдет в темное время суток. А в салонной камере в 380 модели есть инфракрасные сенсоры для качественной записи в темное время суток. И тут и там дисплей с IPS матрицей, это позволит увидеть нормальную детализированную четкую картинку, плюс будет хорошая цветопередача. Оба видеорегистратора имеют датчик удара, или по-другому он называется G-сенсор, и в случае какого-то столкновения будет записано видео в специальную папку, она защищена от перезаписи, и вы будете уверены о том, что у вас есть видео о случившемся. Итак, Roadrunner 380 — это видеорегистратор с двумя камерами высокого разрешения. В комплекте дополнительная быстросъемная камера, салонная, которая пишет видео в 720p, это видео формата HD, и вы ее можете добавить или убрать при необходимости. Видео пишется с нее при 30 кадрах в секунду тоже. Наличие такой камеры будет актуально для разного вида пассажироперевозок, может быть для такси, для поездок с семьей, для пассажироперевозок в автобусе, в общем, для того, чтобы контролировать ситуацию в салоне. Roadrunner 185 — это видеорегистратор с быстросъемным магнитным креплением. Вот так это выглядит, то есть мы его достаем, вставляем. Если в комплекте 380 была дополнительная камера, то в комплекте 185 дополнительный кронштейн. На всех двух комплектных кронштейнах видеорегистратор может поворачиваться на 360 градусов. В общем, этот видеорегистратор позиционируется как устройство, которое можно закрепить одним движением руки. Подача питания осуществляется через само крепление, а на регистратор оно переходит по этим двум контактам магнитным. К самому регистратору никаких зарядных кабелей подключать не нужно. В некоторых сценариях это тоже очень удобно. Благодаря двум креплениям в комплекте регистратор можно брать с собой в любой автомобиль, что удобно, когда у вас несколько машин. Это был короткий теоретический экскурс по двум видеорегистраторам Prestigio, Roadrunner 185 и модель 380. Если остались какие-то вопросы, спрашивайте их в комментариях, я там постараюсь ответить. Всем пока!